Фариза Смаилова в числе первых оценила высокое качество шуб. Блестящий мех с хорошим подшерстком, ровный цвет, аккуратные швы и модный дизайн не оставили девушку равнодушной. Фариза признается, что однажды оценив качество продукции российского производителя, теперь покупает шубы именно этого бренда. Я эту выставку ждала, подобных изделий я в городе не встречала. Швы, фурнитура и невесомость шубы говорят о высоком качестве, да и цены приятно порадовали. На выставку продажи попали как классические модели, так и эксклюзивные. Самыми популярными считают норковые шубы, затем следуют лисьи и изделия из песца. А верхняя одежда из мутона считается самой доступной. В них любая женщина будет выглядеть стильно. Главный секрет успеха и популярности российской меховой продукции заключается в уникальных лекалах. Шитая шуба идеально садится на любую фигуру. Наши коллекции отличаются эксклюзивными моделями, высоким качеством пошива и доступными ценами. У нас представлены классические модели, современные, эксклюзивные. Все шубы производятся на фабриках города Пятигорск, выполнены из натурального меха. Представлены шубки из норки, мутона, песца и лисы. Только до 7 февраля все меховые изделия продаются по ценам завода-изготовителя. Стоимость меховых изделий от 100 тысяч тенге. Производители советуют в период кризиса вкладывать деньги в ценные меха. Комфорт, тепло и радость от покупки вам гарантированы. Не упустите возможность приобрести эксклюзивные модели по адресу. Тамерлановское шоссе, 19, торговый комплекс «Альфа-Раби», ювелирный центр, нулевой этаж.